Ну, приятно познакомиться. Это персонаж. Не-не-не-не-не. А, наоборот. Может быть, мне снять верх? Снимай, да? Мамонтенок. Ох ты ж, боже ж ты мой. Так, надо запоминать, да, сразу, типа. Сереж, что там, помощь нужна? А? Помощь? Вот, чтоб не упал. Держи, пожалуйста. На бок. Я могу. Ага, есть. Все. Так, что ты будешь делать? Ой, извини. Нормал. Мы будем, конечно, вот. Естественно, я не жалуюсь. Ой, я так хотел, вот так, мне так хотелось же. Усиления не будет, будет, да? Будет, ага. Сейчас мы все. Я не могу. У меня пошла нога не туда, там он зарезалась. Ну это так прикольно. Да. Самое такое. Пока вентиляторов в нем нету, но воздуху добавим туда потом. Какой, да? Так. Подбородок сюда вот провалился, чтобы удобно было. Ой. Обзор, ну, получается, под ноги в рот, а в угол вот здесь, вот прямой, сюда, вот, да? Да, чтобы обзор. Ну, там сетки поставить. Тут, конечно, ну, видно по краям нормально. Угу. Так, там же ступеньки, сделать? Да, у вас там вводят все это дело. Да, да. Чуть-чуть вводят, он, конечно, вперед тянет, естественно. Вперед, да? Да, конечно. Так, и так, чуть-чуть съезжает на лоб. Вот, поэтому, наверное, стоит... Я не знаю, может, вам виднее, сзади закрепить, ну, то есть чуть-чуть груз. Ну, чтоб не опускалась голова, сейчас пишу, да. Крепление сделать. Угу. Так. Вот уже съезжает. Хотя вы по-любому наверняка мерили. Да. Ну, кто-то. Нет. Да? Вопросы да, нормально закидывать тоже или нельзя? Можете, конечно. Ой, господи. Но мне нравится персонаж. Да. Мне очень нравится. Очень. Я помню, я одного человека, монстрика, который тоже померил и сказал, это мой. Это мой. Как бы да. Но он в нем зажигал конкретно. Ну, на самом деле, на первой, второй программе вам будет тяжеловато, а потом вы уже...